Степан Степанович Андреевский, генерал-майор русской императорской армии. Биография. Степан Андреевский родился 28 июня 1782 года в дворянской семье. Отец – камерфурьер Степан Степанович Андреевский, мать – Елизавета Тимофеевна Андреевская. Имел двух братьев – Константина Степановича Андреевского и Николая Степановича Андреевского, которые также участвовали в Бородинском сражении и дослужились до генеральского звания. Дети – Михаил, Сергей, Алексей, Елизавета. Служба. 30 июня 1799 года был записан юнкером в конный лейб-гвардии полк. 14 марта 1801 года Андреевский был произведен в корнеты. 30 апреля 1802 года в поручики. 28 декабря 1803 года в штабс-ротмистры. Отважно сражался в войнах 3-й и 4-й коалиции. Отличился в битве при Аустерлице и баталии под Фридландом. Был 12 августа 1807 года произведен в ротмистры, а 20 мая 1808 года удостоен ордена Святого Георгия 4 степени. 28 ноября 1809 года Андреевский был произведен в полковники. После вторжения Наполеона в пределы Российской империи принимал участие в ряде ключевых битв Отечественной войны 1812 года, сражался в битве под Витебском, Смоленском сражении, при Бородине, бою под Малоярославцем и баталии под Красным. После изгнания французов из России Андреевский принял участие в заграничном походе русской армии, откуда вернулся в чине генерал-майора и золотой шпагой с надписью «За храбрость» с алмазами. 28 сентября 1813 года был назначен состоять при Константине Павловиче. С 31 августа 1814 года по 27 февраля 1819 года находился в отставке. После возвращение на службу сменил несколько командных должностей и 2 июля 1828 года вновь испросил отставку. Степан Степанович Андреевский умер 19 октября 1842 года и был похоронен в селе Жданово Курмышского уезда Симбирской губернии. На надгробном камне дата рождения Андреевского Стефана Стефановича 28 мая 1782 года. Похоронен генерал в селе Жданово Нижегородской области Пельненской. Наградой орден Святой Анны 3 СТ, орден Святой Анны 2 СТ, за отличие при Бородино, орден Святой Анны 1 СТ, в вознаграждение отличного усердия и ревности к службе алмазные знаки к ордену Святой Анны 1 СТ, за отличное усердие к службе, орден Святого Георгия 4 СТ, орден Леопольда 2 СТ, орден Красного Орла 2 СТ, военный орден Максимилиана Иосифа 3 СТ, Кульмский крест, золотая шпага за храбрость. С алмазами, серебряная медаль в память Отечественной войны 1812 года, бронзовая медаль в память Отечественной войны 1812 года, медаль за взятие Парижа 19 марта 1814 года.